Друзья, привет и добро пожаловать в мое новое видео. И если вы видите эту тетрадочку, это значит, что это видео будет о оформлении ежедневника. Но так как на моем канале появились новые подписчики, чему я очень рада и благодарна, потому что видеть, что вас становится больше, это действительно мотивирует снимать новые видео. Я немножко расскажу о том, как же я оформляю свой ежедневник, и расскажу это на примере месяца июнь, летнего месяца. Значит, я оформляю свой ежедневник по системе Bullet Journal, но когда я искала в интернете видео о том, как оформить мой ежедневник, с чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что есть очень много классных идей, они очень красивые, но проблема для меня была в том, что я не умею рисовать, и поэтому я бы не смогла так красиво оформить ежедневник, как я находила это в видео на YouTube. Поэтому я в своих видео показываю, как я оформляю свой ежедневник, будучи человеком, который не умеет рисовать. Ну так вот, и сегодня я хочу показать вам, как же я оформила свой ежедневник на июнь 2022 года. И для июня как тему я взяла бабочки. И первый разворот — это, как всегда, месяц, календарь на месяц и бабочка. Дальше вы видите, у меня идут просто обыкновенные цветные листочки, опять же бабочки, которые я нашла в интернете, вырезала и разукрасила. И следующий разворот — это YouTube, и здесь у меня будет, естественно, видео, которое будут выходить в июне, и идеи, которые я хочу снять. Поэтому заранее уже хочу вас попросить, что если у вас есть какие-то вопросы, и вы бы хотели, чтобы я показала что-то конкретно относительно оформления моего ежедневника, то пишите это в комментариях, и я на эту тему сниму вам видео о том, как я оформляю свой ежедневник. Следующий разворот у меня называется «Худеем». Сейчас на моем канале выходит такая серия видео «Худеем к лету». И также вы знаете, что мой канал называется ППН не только. Я тот человек, который придерживается правильного питания и считаю, что худеть нужно здорово, то есть не загонять в себя в рамки, но питаться правильно. И что я пишу в этом развороте? Для меня очень сложно всегда с утра думать, что же я буду есть на завтрак, особенно в рабочую неделю, поэтому здесь у меня расписана рабочая неделя с понедельника по пятницу, и я пишу идеи на завтрак, составляю его в воскресенье, и тогда мне легче уже смотреть, что же я буду есть каждое утро. Завтрак для меня — это один из самых главных приемов пищи, я его люблю делать разнообразным. Также я буду отслеживать свой вес в течение каждой недели, ну и результат за месяц. Следующий мой разворот — это доходы и расходы. О том, как я веду этот разворот, о том, как я подсчитываю свои доходы и расходы, о планировке бюджета, вы можете найти отдельное видео, которое есть на моем канале, и также, перейдя по ссылочке сверху, вы сможете, долго не искав, и сразу перейти на это видео и посмотреть, как же я оформляю именно этот разворот. Ну и дальше список одежды. О списке одежды я уже тоже рассказывала. Это можно найти в одном из моих видео об оформлении ежедневника. Но и быстро расскажу еще раз. То есть я пишу список одежды на неделю. Для того, чтобы этот список работал, вначале нужно сделать такое расхламление, убрать всю одежду, которая вам не подходит, не нравится ни по размеру, ни по сезону, оставить только то, в чем вы себя чувствуете комфортно. И тогда вы можете расписать список одежды на месяц, плюс-минус посмотрев, конечно, какая будет погода. И тогда вам не нужно тратить время на то, чтобы думать, что же мне одеть завтра. Просто посмотрели в список одежды и достали то, что нужно достать. Если нужно что-то погладить, я обычно это делаю в воскресенье, уже глажу одежду всю, которую буду одевать в течение недели. Дальше я еще не оформила, но у меня идет уже развороты на неделю.
о том, как я веду развороты на неделю по методу бегущей строки, вы также можете найти видео на моем канале. Ну, всем огромное спасибо за просмотр. Для меня это большая поддержка. Хорошего вам настроения и до скорых встреч в новых видео. Пока!